Здравствуйте, с вами опять Горбунов Александр, риэлтор и ваш персональный гид по этому дому. Скорее всего, вы уже видели 3-минутный видеоролик-превью об этом доме. Если же еще не видели, то можете перейти по ссылке в описании под этим видеороликом. Там же вы можете увидеть и текстовое описание об этом доме. В данный момент вы смотрите видеоролик в формате 360 градусов. Задача этого видеоролика – показать вам геометрию помещений в этом доме, его планировку и, по возможности, виды из окон. Для того, чтобы изменить угол обзора, вам достаточно просто переместить ваш гаджет или подвигать курсором на мониторе вашего компьютера. Вы можете следить за мной, а можете смотреть туда, куда вам вздумается. Итак, приступим. Сейчас я нахожусь в холле первого этажа. За моей спиной остались теплый тамбур и гардеробная. Эта дверь ведет в цокольный этаж. Здесь также небольшой гардероб. Проходим немного дальше, эта дверь в кабинет. Далее гостиная и кухня-столовая. Последняя дверь на первом этаже – это большая ванная комната. Начнем с большой гостиной. Туда я и перенесу нашу видеокамеру. Сейчас я нахожусь в гостиной площадью 35 квадратных метров. Здесь большой трехсекционный эркер с тремя окнами, который смотрит на юго-запад. Это частично южная сторона, поэтому в этой комнате в течение дня светло. Здесь установлен кондиционер. Потолок в комнате 2,90, как и на всем первом этаже. Поднесем камеру к окну. Здесь мы видим въездные ворота и площадку перед домом, выложенную брусчаткой. Кстати, забыл сказать, на полу здесь дубовый паркет. Вы можете опустить изображение вниз, и вы увидите напольное покрытие в этой комнате. Но пройдемте дальше, следом нас ждет кухня-столовая. Площадь кухни 16 квадратных метров. На полу здесь керамогранит, три окна. Здесь также установлен кондиционер. Окна на юг, и здесь также в течение дня светло. Кухня полностью оборудована встроенной бытовой техникой. Здесь есть варочная панель, вытяжка, духовой шкаф, посудомоечная машина, большой двухсекционный холодильник с морозильной камерой. В общем, здесь есть все, что нужно. Пойдемте дальше, и теперь я вам покажу кабинет. Сейчас я нахожусь в кабинете первого этажа, также это может быть гостевой спальней. Это очень удобная спальня для тех случаев, когда в гости приезжают, например, пожилые люди и сложно подниматься на второй этаж. Здесь два окна, одно окно на юг, второе на запад. Здесь также высокие потолки и светлые обои. Напоминаю вам, что в любой момент вы можете нажать на паузу и повращать изображение по осям. Итак, если вы здесь все посмотрели, пойдемте посмотрим на санузел первого этажа. Итак, сейчас мы с вами находимся в санузле первого этажа. Вот здесь есть большая ванная, унитаз, оборудованный биде для унитаза. Здесь также помещается стиральная машина, есть полотенцесушитель. В общем, санузел полностью оборудован. Я думаю, самое время нам подняться на второй этаж. Итак, продолжаем наше путешествие из холла первого этажа. Кстати, я забыл обратить ваше внимание на то, что здесь есть видеодомофон. Что еще? На потолке очень симпатичная люстра. Продолжаем движение на... теперь уже на второй этаж. По красивой деревянной лестнице. Обратите внимание, она совсем не скрипит. Сейчас я нахожусь в холле второго этажа. Здесь 5 дверей. Это большой санузел второго этажа. И за моей спиной 3 больших спальни. Также здесь есть выход на просторную лоджию второго этажа. Обратите внимание, за счет панорамного остекления в лоджии и этого большого окна в холле достаточно светло. И далее продолжим против часовой стрелки. Начнем с первой спальни. Это первая спальня на втором этаже. Она выполнена в голубых тонах. Оба окна здесь смотрят на запад, то есть здесь мы встречаем закат. Кстати, поднесем камеру к окну, вы увидите, что мы видим здесь из окна. Из окна мы видим перспективу на поселковую дорогу и частный сектор. Здесь нет высоких зданий, ничто не мешает глазу встречать ласковый закат. И переместимся в следующую спальню. Сейчас мы находимся в хозяйской спальне площадью почти 22 квадратных метра, и это без учета панорамной лоджии здесь. Здесь также дубовый паркет. Потолки здесь так же, как и на первом этаже, 2,90. Есть кондиционер
Сама спальня выполнена в пастельных зеленых тонах. Перейдемте в лоджию. Сейчас я нахожусь в лоджии гостевой спальни. Здесь три больших окна с видом на юго-запад. Здесь на полу плитка под дерево. Давайте поднесем камеру к окну. Из окна мы видим поселковую дорогу, множество частных домов и за домами большой лесной массив. Что из себя представляет этот лесной массив, вы можете увидеть в трехминутном превью. Ссылочка внизу под этим видео. Пройдемте дальше. У нас еще одна спальня, санузел и мансардный этаж. Сейчас мы находимся с вами в спальне для девочек. Как видите, она выполнена в розовых тонах. Здесь два окна. Оба окна на юго-восток, то есть здесь светло и здесь у нас солнышко встает. Также здесь есть кондиционер. Комната площадью около 16 квадратных метров. Сейчас я нахожусь в большом санузле второго этажа. Здесь огромная ванная с джакузи, здесь очень симпатичная плитка на полу, на стенах. Здесь унитаз, также с унитазным биде. И не помню, говорил я это или нет, но в каждом санузле здесь есть окно. Сейчас я нахожусь в светлом пространстве мансардного этажа. Вообще весь мансардный этаж — это отличное место для работы. Здесь большая рабочая зона с гардеробной, со своим санузлом, с небольшой потайной комнатой вот там. Здесь очень светло, есть мансардное окно. Кроме того, здесь есть изолированный кабинет, пройдемте в него. Наверное, в каждой семье, каждый папа мечтает о таком вот кабинете, как здесь. Потому что он в мансардном этаже, здесь папу никто не достанет. Тут есть мансардные окна, можно понаблюдать за тем, что происходит на улице. Здесь отличный рабочий стол и даже сейф и кондиционер. В общем, есть все, что нужно для уединенной и плодотворной работы. Итак, я как смог показал вам этот замечательный дом. Он и самому мне очень нравится. Но это не значит, что вы посмотрели дом своими глазами. Поэтому я настоятельно рекомендую вам приехать и самим посмотреть все, что я вам сейчас показал. Напоминаю, что также вы можете посмотреть трехминутное превью об этом доме, где есть кадры с дрона вокруг этого дома, где показана местность вокруг этого дома, инфраструктура, леса, озера и так далее. Если же вы являетесь продавцом загородного дома и ищете риэлтора с открытым лицом, который покажет ваш дом во всей красе, то я настоятельно рекомендую вам не терять время впустую, а скорее звонить мне. Ну а с показом этого прекрасного дома мы закругляемся. Я желаю всем удачных инвестиций в недвижимость. Выбирайте дом мечты вместе с Показ 360. До новых встреч. Пока.